По поводу высказывания Дзюбы. Давайте, вот вы, ну что он сказал по поводу Симака, а кто это? У него спросили, вы вот Симаком урегулировали, что он руку не пожал? Он сказал, а кто это? Артем сам разбирается, у него есть эти медиа-менеджеры, кто там это, подсказатели, что нужно, поэтому сам разберется. Они считают, что, может быть, для их, что там это, передача или что там у них есть это. Не знаю, листовку выпускают они, я честно не знаю. Вот, это нормально, поэтому, может быть, для этого себя так и ведет. Ну, смотрите.